Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас здесь, на MGC Fight Night. Только здесь и только сейчас. 8 боев по правилам бокса, К1 и ММА. И сейчас на этот ринг для вступительного слова приглашается председатель Федерации профессионального бокса Республики Беларусь Геннадий Семенович Наркевич. Добрый вечер, любители силовых единоборств. Тем более мы сегодня объединяем различные виды силовых единоборств. Я с самого начала хотел бы, наверное, пожелать успеха Михаилу Валерьевичу. У нас в Белорусской Федерации профессионального бокса появился новый промоутер, который взялся за нелегкую работу. Вот. И, конечно, я бы хотел, чтобы сегодня его вот первые такие попытки заняться серьезным делом в будущем принесли хорошие дивиденды, прежде всего спортивные. Поэтому позвольте, может быть, предложить поприветствовать нового белорусского промоутера Лисовского. Белорусская федерация профессионального бокса, ну, с гордостью сегодня может заявить, что мы сумели в Беларуси вырастить спортсменов, боксеров, профессионалов высочайшего класса. Впервые за последние годы, даже десятилетия, у нас появились первые чемпионы мира. А вы знаете, что такое чемпион мира в профессиональном боксе. Поэтому у нас на сегодня присутствует, и один из участников будет Сережа Рабченко, многократные чемпионы Европы. Нас уважают в мире как серьезную спортивную державу, в том числе и по направлениям профессионального бокса. Это нелегкий труд, потому что стать боксером сегодня высочайшего класса, мирового, европейского уровня, это прежде всего, как и, наверное, в любом виде спорта, это спортивная, ну, прошу прощения за это слово, это каторга. Рерих Кирилл с 4, 5, 6 лет начинает заниматься спортом, этим тяжелым мужским спортом. И только вот таким образом, при сопутствующей хорошей организации и поддержке, вырастают подобные спортсмены Белоруссии высочайшего класса. Мне кажется, что в ближайшее время нас ждут хорошие перспективы. Вы чувствуете, что интерес к боксу возрастает. Да, может быть, сегодня где-то у нас есть свои трудности, они вызваны определенными причинами, но сегодня за нашей спиной стоят спортивные результаты предыдущих, не буду называть их, очень много боксеров, которые прославили Беларусь. Я, конечно, глубоко убежден, что сегодня новые на горизонте организаторы, промоутеры, менеджеры, Лисовский Михаил Валерьевич, Маханьков Константин, это как раз тот резерв кадров, который позволит поднять все нам на высочайший уровень. Я очень прошу вас всех продолжать любить бокс и на подобные соревнования. Приглашайте друзей. Мы подумаем о том, чтобы пойти более широко, более охватить более такие контингенты молодежи. Вы знаете, что сегодня как-то вот даже появились такие нехорошие тенденции, когда в школах школьники, 6-70-классницы, к
одноклассники, мужчины, вернее, девочки, мальчики, начинают проявлять насилие в школах. Сегодня это серьезная проблема, и я думаю, мы обязательно эту тему поднимем на уровень каких-то вот таких моментов, где будем оказывать соответствующую помощь в воспитании подрастающего поколения. Не должно быть слабых мужчин. Мы воспитываем сильных мужчин, а наши женщины, жены, невесты, сестры, наше государство нуждается в настоящем мужчине в Беларуси. Поэтому еще раз, успехов! Я абсолютно убежден, все будет очень интересно и для вас, и, конечно, мы скоро услышим новые имена. Успехов! Большое спасибо, Геннадий Семенович. Ну что ж, друзья, мы начинаем. И наш генеральный спонсор сегодня – это «Эко Технопарк». Первый бой по правилам бокса. Категория 66 килограмм. 3 по 4 раунда. 4 по 3 раунда. Боец в красном углу ринга представляет город Брест. И сегодня у него профессиональный дебют. Друзья, встречайте! Владислав Карась! SK level. Gently down the stream, pink is sleeping on me, must be sipping on the lean. Brush my teeth, choose an outfit. Big racks in my account, I get paid. Every day, smoke the loudest. I get packed in by the ounce, I just play. And I got things from back in the day still ringing me down. I'm on stage, but I want no stress. What they trying to control, S coming around to get saved. I don't want a war, let's make peace. Good energies make the stacks increase. Girls in the north, west, south and the east. Big batty make the man, them say cheese. I'm not a gentleman, I'm an African man, is what I said to the priest. So you know I stay smoking trees and the buds in a zip pack looking obese. I just came back from Mars in my new spaceship, it was a perfect landing. Would you mean, I'm a king. Vladislav Karas! Me gingerbread man, could have just can't catch him. All the ladies love man, I love them too, we got an understanding. Боец в синем углу ринга представляет город Мозырь, Беларусь, возраст 35 лет. Профессиональный дебют в 2018 году. Дамы и господа, Сергей Максименко! Сергей Максименко! Yeah. Riding dirty, got a Ruger in your lap. Black suit, 730, couple shooters from the trap. They done killed the homie brother, what you supposed to do with that? Who gon' tell his baby mother that a dude ain't coming back? That kind of pain is hard to put into a rap. The block is hot and can't nobody move a pack. When you're shooting on sight, you aim the Ruger at his naps. Cut his tongue, hog time, things we usually do to rats. What? Who gassed you up and threw a match? But don't want police to line you up and you a match. Huh. Fool them clowns into thinking you a snack. Water gun to wash it down and you can drink it through the tap. That's my reaction, now react. Now try to picture Malcolm X without the strap. If Meth Man can navigate the globe without a map, I can beat the pussy up without a scratch. So I'm chicken, team, quick in the choke. I'm trying to bury about a trillion. Meth Lab, bitch, catch us from ya. And when we coming, we be flowing like it's. Thank you.
Дорогие друзья, рефери в ринге Евгений Круглик. Второй раунд. Технический партнер сегодняшней ночи Ultimatum Fighting. Профессиональный производитель боксерской экипировки премиального качества. Дамы и господа, третий раунд. Yeah.
Раунд номер 4. Бой завершен. Дамы и господа, первый бой завершен.
И победителем становится... И победителем становится... Боксер из синего угла ринга Сергей Максименко! Решением судей! Дамы и господа, а мы продолжаем. И второй бой сегодняшней ночи по версии К1 75 килограмм. Три раунда по три минуты. Итак, на ринг приглашается боец из красного угла. Я приглашаю на этот ринг, поднимается Михаил Супредко! Сейчас я приглашаю на ринг бойца в синий угол. Он призер чемпионата Республики Беларусь по ММА. Победитель профессионального турнира JFB в разделе К1. Победитель Кубка Белоруссии по ушу-саньда. Призер чемпионата Республики по кикбоксингу. Победитель Кубка Беларуси по панкратиону. Провел 27 боев, из них 9 поражений без ничьих. Я приглашаю на ринг Сергея Чернецкого! Come like I threw a celebrity cookout cause I got the stars on my roof. Nothing but net, step back and I shoot. Hard in the streets, I stay in the loop. Flood in my wrist and I cut up the coupe. My team of magicians turn one into two. All star in the booth. All star. Put VVS in my tooth. Come like I threw a celebrity cookout cause I got the stars on my roof. Nothing but net, step back and I shoot. Hard in the streets, I stay in the loop. Flood in my wrist and I cut up the coupe. My team of magicians turn one into two. Hollow and Traceo, I got a bad one doing what I Сергей say so. Чернецкий! Sky choppers like Pavlo, dripping blue cheese, no queso. Kim Jones LV on my key ring, that's a car drip when I jump in the Range Rover. Crowd search and I reach that depth, all my fans mosh, you better... Рефери в ринге, судья международной категории, Михаил Степанов. Регламент боя, 3 раунда по 3 минуты, К1. И мы начинаем первый... Раунд! When wearing what, I scare them off, some fairy mob. Trying to be where they're clearly not. Wanna breathe or dare to cough. You're getting beat with a slipper when I'm taking it off. Granddad a crying man, bag full of lime when I turn up. You're gonna know with a crocking. My dominion, I tried to incite more brilliance. I weren't just rhyming a lot. Visionary with an urban dictionary. Running rings, trying to know how I come across. Grinding for loss, no less to be lost. But a guy that will seek always gets what he wants. Look at the
looking up at a policeman's weapon. Not quite the guy I seem under the cosh. If I come back, I wanna be a leopard. Why? Cause I've heard they don't change their spots. Конец первого раунда. Добавляйте. Чип добавляйте. Под дырочками.
третий раунд. Как начинать?
Нормально, нормально, жжется. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Дамы и господа, давайте поддержим наших бойцов! Дамы и господа, подошел к концу второй поединок сегодняшней ночи. И единогласным решением судей победу одержал боец из синего угла ринга Сергей Чернецкий! Then I want to move with the boy where you move like snitch and I move like federal. Say them want to roll with the garden. Then I want to roll with no pagan. Every jump is a champion. Everybody don't know the program. Well, if I want bumbo, we'll make it start up. Дамы и господа, и прямо сейчас мы приблизились к главному событию сегодняшней ночи. Поединок по правилам бокса в категории 69 килограмм, 6 раундов по 3 минуты. Вы знаете, о чем я? Итак, в красный угол ринга приглашается боец в возрасте 33 года, представляет Республику Беларусь, мастер спорта международного класса, чемпион Европы среди профессионалов, призер первенства Европы 2002 года, участник командного кубка мира, участник чемпионата мира 2006 года, профессиональный рекорд 29 побед и 5 поражений. Я приглашаю на ринг Сергея Рябченко! Would you please welcome making his entrance to the ring,
the way Radchenko is not reaching with punches. It's Radchenko, it could be disaster. You can see Radchenko, look at him. He is a big, big hitter, and Radchenko, whatever you say about the quality of his opposition, if he gets you, you are going down. Прямо сейчас в синий угол ринга приглашается боец в возрасте 28 лет, рост 174 сантиметра, представляет город Барановичи, Беларусь, провел 6 боев, из них 2 победы нокаутом. Дамы и господа, встречайте, Александр Дзёмка! Weed tucker, the cola in your coca, losing change up in your circle, but changing to the culture. Funny how it's been to change into a vulture, you a poser, with purple on your fork and that ain't kosher. No sir, I never put a penny in the mouth. Рефери в ринге, судья международной категории, Андрей Чивилёв. Первый раунд. Дамы и господа, давайте поддержим наших бойцов. Thank you.
Stop.
наших боксеров. Сергей Рабченко против Александра Демка. Третий раунд. Поддержим бойцов в ринге! Закончим третий раунд. Боксером в ринге! Четвертый раунд! Thank you.
Аплодисменты боксерам в ринге! Закончен четвертый раунд! Главный бой сегодняшней ночи. Пятый раунд. Поддержим боксеров в ринге! Какой накал страстей! Аплодисменты боксерам в ринге! Это был пятый раунд! Thank you.
Дамы и господа, последний финальный раунд! Поддержим боксеров в ринге! Поддержим боксеров! Поддержим боксера в ринге! Ваши аплодисменты! Cypress Hill coming down the metaphoric spitter. Butterball so good I heard the word with my turkey givers. My fastball, four-ball got the Dodgers interested in my splitter. The right hand that got you up and back with a huggy pamper. Perf Amber, name your high heel dancer. I'm looking for publicity with the cannons. No need for a selfie in the camera. The fucking McLaren is orange mandarin. The ladies blow my dick like the wind. My trend is to pull up on the ass and bend the bend. Get cozy with Khloe Kardashian intimate. Any motherfucker you think rap, send them in. Let them cook chicken. Take a ticket for an ass whooping. The Nets want me to play in Brooklyn. Keep the hottest bitch cooking. With a thong of a booty cooking. The rookies on my shit like drugs and hooked in. I keep the queen pussy dishing. Combat boots stepping on men and grown women. Niggas working factories for me, refrigerator pulling. Reliable workers you never heard of. Who wouldn't? Who wouldn't, motherfucker? We give zero fucks. We
shine, she work it up, she twerking up, she on the balls, no small balls, I'm in the bra, her silk drawer, she take them off, we exercise. Дамы и господа, в этом красивом поединке единогласным решением судей победу одерживает боксер из красного угла ринга Сергей Рябченко! Аплодисменты нашим боксерам! No cataracts, just booty clap. With US maps cross country. I'm Tony Humphrey, wrapped up just like the mummy. What I do, just raise puppies. Дамы и господа, мы рады анонсировать вам о том, что уже известна дата MGC Fight Night 2. 22 декабря 2019 года, город Минск. Следите за информацией в соцсетях по хэштегу MGC Fight Night. И прямо сейчас четвертый поединок сегодняшней ночи по правилам бокса в категории 69 килограмм, 4 раунда по 3 минуты. Я приглашаю в синий угол ринга боксера, представляющего город Брест, Беларусь. Возраст 34 года. Дамы и господа, встречайте с профессиональным рекордом 28 боев Сергей Афонин! Сергей Афонин! Рефери в ринге! Судья международной категории Андрей Щевелев! Ну что ж, мы начинаем первый раунд! Dracula, Dracula, Dracula.
shoot me first, I might get back at you. Is that shit clear, check the action. Ваши аплодисменты боксерам в ринге. Первый раунд. Поддержим боксеров в ринге! Мы напоминаем, что генеральный партнер сегодняшней ночи – Эко Технопарк. Давайте поддержим боксеров в ринге. Господа, второй раунд. Хорошо, да, и боковым заказчиком. И боковым заказчиком.
Ваши аплодисменты боксерам в ринге! Ваши аплодисменты! А я напоминаю, что технический спонсор сегодняшней ночи – Ultimatum Fighting. Профессиональное снаряжение для бокса премиального качества. Робышев против Сергея Афонина. Третий раунд. Поддержим боксеров в ринге! Постоянно направлено.
Поддержим наших боксеров! Аплодисменты боксерам! Это был третий раунд. Дамы и господа, заключительный четвертый раунд. Аплодисменты бойцам. Аплодисменты боксерам в ринге! Это был четвертый финальный раунд.
paid. I don't get paid for the wage. If the paper's plain, then you write the page. Don't do another man's work for the rest of your days. Life ain't time and save. Life's our test and life's our day. Life's marching on a plane with a trunk train. Off the lobby in golden haze. I'm sleep when I know, complain about shit. And don't do anything to change. We ain't been like this. I stay calm, it is what it is. I'm not really fazed. I'm gonna die with a smile on my face. And I'm gonna eat without saying grace. I don't want the gates to hold my name. Cause I wanna be free and without my own gang. Some place where they phone base and they don't waste. But the school place takes over your front face. Some babies in a rape, elevate, save some baby. When they come through, they fake. Some place where they phone base and they don't waste. But the school place takes over your front face. Some babies in a rape, elevate, save. Money in the building, big man collective. I despise lies, and don't you lie about my tribe and my lines. Must go through it, Poseidon's trident. Firing violence, sirens crying, why? Why did he do that? How did he do that? Watch the whole troop divide. I'm on the fruit to fly. All the flowers in the aisles filling up the squint in my eye. Right, you can double short, you can. Дамы и господа, в этом красивом бою единогласным решением победу одержал Сергей Афонин! Yell, bang around, if he crows with his eyes, will he see, never land? If he does, didn't really ever stand a chance. Don't believe, see, ask AD, roll out of the rank and sign. Bag a man, say you can't have a disco, but I'll have a dance. Ваши аплодисменты нашим боксерам. Рост 181 сантиметр. Представляет боксерский клуб «Махоньков Джим». Дамы и господа, встречайте, Роберт Сирианбой Измаил! See, I just need privacy. Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty. I just need space to do me, get away with what they're trying to see. A Stella Maxwell rap inside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just Robert, Sirian Point, Ismail. But regardless, I'll always keep keeping on. Fuck fake friends. И прямо сейчас я приглашаю бойца в синий угол ринга. Рост 180 сантиметров, вес 81 килограмм. Чемпион Республики Беларусь по рукопашному бою 2016. Бронзовый призер чемпионата Европы по рукопашному бою. А также серебряный призер чемпионата Беларуси по кикбоксингу. Дамы и господа, встречайте, Роман Савенко! Okay. Cold this nigga alive, I'm so cold. You niggas got on my nerves, you're so old. Easy. Yeah. All right. I bait on my whip in the vid like a prick, now I'm Carlos. Now it's the Uber thing, I still got this regardless. Do what them man then are, them and are harmless. I just went to the park, my friends and I charted. I have never been a victim, never been a target. The girls love this shit, yeah, they love it like Barfist. Hashtag Mercury, the lady, I'm coming like Barfist.
Прошу прощения, Роман Савенко! Big pump don't stunt when it's showtime. Kinda funny how I didn't need a co-sign. Shut your mouth, you ain't squeezing. Pussy boy, I just leave him. I've been cold the whole season. I should put my next one freezing. Рефери в ринге. Судья международной категории Юрий Варакса. Ain't drop nothing for a minute, I'm fine. Три раунда по три минуты. Первый раунд. Поддержим наших бойцов. Поддержим наших бойцов. When I speak, shit gets deep when reality's blurred and bleeds into the next dimension where everything looks sweet, but it ain't what it seems. You get
cut like pensions when I make a murderous entrance. Tell them get ready for the verbal ascension. I'm just letting off steam, I don't wanna hear any questions. Shut up and listen, I ain't got grey hair, these are white extensions. It's windy, I'm hissing, all over my feet, who cares, I'm dead. This is fun to me. Yeah, this is fun to me. Второй раунд. Who's the one that you come to see? Аплодисменты бойцам! Аплодисменты бойцам! Аплодисменты бойцам! Аплодисменты бойцам! Это был второй раунд! Господа, третий финальный раунд. Up!
Костя, готов? Готов? Ручку. Дима, не слышал. Стоп, Тай. Не слышал команды. Так, последим. Спортсмену минус балл. За удар после команды стоп. Спокойно. Угол, подойди. Иди туда. Running in a hype line. Who are you? Where you been? Where you snow line? Where you stack? Where you strap? Where you pro line? Big pump, don't stump when it's showtime. Kinda funny how I didn't even pro sign. Shut your mouth, you ain't squeezing. Pussy boy, I just leave him. I've been cold the whole season. I should for my next one, freezing. Watch the mic, they just weed him. You and I got too much feeling. Аплодисменты бойцам в ринге! Господа, назначается четвертый экстра-раунд! We'll be right back.
Четвертый раунд. Поддержим бойцов в ринге. Аплодисменты бойцам в ринге! Дамы и господа, в этом красивом бою решением главного супервайзера, судьи международной категории Владимира Черкашина, победа присуждается бойцу в красном углу ринга! Робер Исмаил! Аплодисменты бойцам!
Бенни, 57, Бернацкий! Fucking salty individuals, stinging like a gun. I'm the alcohol protocol. Put your ass to sleep. Keep groping y'all, drawing on your face like a frat party. Private pile, bad body bends with some bad cardi. We smoking in the lobby. It's a hobby. Never smoking Bobby. Look at Bobby hitting home runs, kicking like karate. You'll never stop me. Fuck a spike strip. I might trip on your paper. Hold on with a tight grip. Israel, watch your side chick. You've been demoted. Берни, 57. Бернацкий! А сейчас в синий угол ринга приглашается боксер, представляющий город Гродно, Беларусь. Рост 174 сантиметра. Возраст 30 лет. Дамы и господа! Андрей Нурчинский! I'm very mob, trying to be where they clearly not. Wanna breathe up there to cough, you're getting beat with a slipper when I'm taking it off. Granddad a crime man, bag full of lime when I turn up. Even a gnar with a crocking. My dominion, I tried to incite more brilliance, I weren't just rhyming a lot. Visionary with an urban dictionary. Running rings, trying knows how I come across. Grinding for loss, no less to be lost. But a guy that will seek, always gets what he wants. Looking up at a policeman's weapon, not quite the guy I seem under the cosh. If I come back, I wanna be a leopard. Why, cause I've heard they don't change their spots. I just want a little normality. Reality is not so real, I need clarity. If not, then a chariot to carry me. Pulled by fools, it's polar to gravity. They have not got what I have in me. More grit than a snow truck, avidly. Rolling up with a blonde vocabulary. Way before Sean T and insanity. I had to work it out and kept it more real than a burner bat. Get slapped on sight in your dirty mouth. Taken out of the game that I turned around. The pot's been boiling out for too long. One chef with a firmer hand is back now, right at the background. So back down or else get bogged, not blanched. Let me take it back then. The station's Deja, the DJ's Matt Tim, the producer's Louis White. I'm an American, his latest anthem. Mission kill all the basic man them. These words came in actions. Don't speak, they ain't been sanctioned. GX, Louis and Devs. Do you know what I've been doing instead? Kicking off doors and ruining crepes. Licking off shots in room with Wes. One man, I ain't in a gang. I don't care if it's blue off his red. Mike Tyson, ash off his head. Shell a Bobby, nearly blew off his leg. Put that away. I said put that away before the feds put man away. Foot on the brake. I said foot on the brake before we crash. Look at the gate. Knife in my hand. I said knife in my hand. It's a vast drop pussy buffet. And I ain't going to eat some pussy today. I see no secrets. Andrei! Giving them a reload feeling. Nurchinsky! No reason, I pull up and bite like I begin paying for when it's the scene where Rico squeezing. I'm in the age where I'm losing people. Referee в ринге. Судья национальной категории Евгений Круглик. Первый раунд. Action zero speaking. Check out the banger that we roll deep in. You want gas? Gas, yes. I'll burp on the mic. You want bars? Bars. Me and Getz will be here for the night. You want stars? Stars. We'll just watch when I strike. Think you're wild, wild. You get a left and a right. All right. It's Jim from the block, not Jenny. Running up on anyone about this Henny. See me on telly at the Heath, way ready for a long night. Hold tight, get ready. Четыре раунда по три минуты. Поддержим боксеров в ринге!
Аплодисменты боксерам! Oh, why you feel this low? Why don't you come with me? It's time you take control. And the life you guide us home. Guide us home. Guide us home. And the light will guide us home. When it feels like life has left you outside, and there ain't no lefts or rights, just there in the field right. No man's land is nice. I can rescue you like maiden saved by a famous knight. So let the rest all do what the rest all do. But I take you high and see you smile again. It's that time again. Human gotta live a life of pain. On your own, if you're Bonnie and Clyde again. Let's find an oasis. That's right, we can slide away. Where there ain't no faces. Reminding you of the times you pray. I can be your light. I can see your soul. I can see you shine. I saw you glow. I don't know where you've been. Аплодисменты бойцам! Поддержим боксеров! Поддержим бойцов! Это был второй раунд! Front man for the back street. Who would have thought they'd cheer when I speak? Shit gets deep when reality's blurred and bleeds into the next dimension, where everything looks sweet but it ain't what it seems. You'll get cut like pensions when I make a murderous entrance. Tell them get ready for the verbal ascension. I'm just letting off steam, I don't wanna hear any questions. Shut up and listen, I ain't got grey hair, these are white extensions. It's windy, I'm pissing all over my feet, who cares, I'm dead. This is fun to me. Yeah, this is fun to me. Who's the one that you come to see? Little old me. TV, this is fun to me. Fun to yeah, this is fun to me. Fun to me. Was every
Everybody wanna act hard. I'm trying to have fun like Pat Sharp in my backyard, bare back with a fat tar. Then drive Matt D's in my dad's car. Cause I'm a rap star. Crime ambassador for that car. Crabs arms, it ain't that hard when you got that charm. Cause even when I never had shit, we had chicks to link in these drag parts. Trying to make cash fast. Before shit got foul, I don't hard picking up a bag. Аплодисменты боксерам в ринге! Это был третий раунд. Time out. Ч
Четвертый, финальный раунд. Последний раунд. Поддержим боксеров в ринге. Поддержим бойцов! Бой завершен! Дамы и господа, мы напоминаем, что генеральный спонсор сегодняшней ночи – Эко Технопарк. А также технический спонсор MGC Fight Night, Ultimatum Boxing, профессиональное снаряжение для бокса премиального качества. Дамы и господа, сегодня, сразу после завершения боев, будет официальная автопати внизу, в комнатах Secret Rooms. Приглашаются все. Дамы и господа, в этом поединке единогласным решением судей победу одерживает боксер
в красном углу ринга Михаил Бернацкий! I ain't got time to watch man that chat when it's untrue. Listen to the chat. I work too hard and God knows the things that I've gone through. Now I got a house in the west. I'm doing it. Now I put the ice on my chest. I'm doing it. Now I got a house in the west. I'm doing it. Now I got a house in the west. I'm doing it. Now I put the ice on my chest. I'm doing it. Now I got plaques on the wall. I'm doing it. Now I never ask for a call. Четыре раунда по 3 минуты. В красный угол ринга приглашается боец. Возраст 23 года. Представляет город Борисов, Беларусь. И бойцовский клуб «Махальков Джим». Дамы и господа, встречайте. Алексей Вавренюк! Приглашается боец, у которого сегодня профессиональный дебют. Дамы и господа, встречайте, Виктор Сманцер! Судья национальной категории Евгений Круглик. Четыре раунда по 3 минуты. Мы начинаем первый раунд. Product of pop.
первый раунд. Поддержим боксера в ринге! Аплодисменты бойцам! Закончен первый раунд. Baby mama drama, trying to act like she Madonna, like a virgin, but I'm certain that this person a piranha. Man, eat a Jeffrey Dahmer. If a straight hit a standing killer fan, that's katana. A rapper getting roasted in a room, that's a sauna. Straps in the room is Shaolin versus the llama. Why should I threat when I can promise? With that money saved for college, you can go and pay me homage. If you do the knowledge, you would notice I was solid. By the time you check your pockets, I already got your wallet. You can try, but you never understand me. I plan to give it to you raw, get a plan B. Y'all be racing to the cash, that's a Grand Prix. I go Ricky Bobby for that bag, that's a guarantee. Второй раунд. Вот, пошел дальше. На голову, на верх.
murders. Pull up on your chick, it's murders. Pull up with a stick, it's murder. Don't give me that burn up. Slap it like what? Slap it like who? Slap it like what? Slap it like who? Slap it like I turn up. Господа, в этом поединке победу нокаутом во втором раунде одерживает боец в красном углу ринга Алексей Гавринюк. Аплодисменты бойцам. Поединок по правилам ММА весовой категории 84 килограмма. И я приглашаю на ринг бойца в красном углу в возрасте 21 год весом 84 килограмма. Победитель и неоднократный призер Республики Беларусь по боевому самбо и панкратиону, дамы и господа, встречайте, Михаил Неделько! We know this God. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless cry behind the curtain. Сейчас
Я приглашаю в синий угол ринга бойца в возрасте 20 лет, вес 85 килограмм, победитель турнира NFG 8, а также победитель турнира по смешанным единоборствам «Черное золото». Дамы и господа, встречайте! Никита, судья Дред Черепанов! Спящий город опускается туман, шалят ветра по подворотням и дворам, а нам все это не впервой, а Никита, нам поверено судьбой оберегать нас Черепанов! Да! А пожелай ты им не пуха, не вера! В ринге Евгений Аленцевич! Пусть не по правилам игра! Да! Три раунда по 5 минут. Первый раунд. Первый раунд. Сразу по заданию работай, спокойно. Ручки крутые. Будет лететь по росту, разворачивай. Разворачивай. Руки под подмышку. Разошелся. Хорошо. Передняя рука. Защита. Завязал. Никитор. Знаешь, что нужно делать. Пробуй. Ногами отталкивайся, не получается. Ногами отталкивай. Отталкивай ногами. Ножками разворачивайся, таз поднимай. Надо разворачиваться. Стоп, Мишка. Команда, слушай. Сразу же прижимайся к нему, Никита. Поддержим бойцов в ринге! Поддержим бойцов! Миша, работаешь! Бой! Прокручивайся!
Забирай, забирай, Дино! Дино, забирай, Дино! Ножки, 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 забирай! Давай, давай, ножки, мне работать! Давай, 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 ножки, Никита! Проворачивайся дальше! Эй, эй, еще, дальше, Никита, работай! Еще сильнее бей! Надо заставлять ноги на спину! Еще, еще! Тягивай, тягивай, проворачивайся! Забирай, еще, держи! Вот, забирай, еще! Убирай фиксирующую руку, которая зажимает, Никита! Которая зажимает, убирай руку, нормально! Зажимает руку, убирай! Ручку за затылок! Спину растягивай! Зажимай, убирай! Убирай руку! Кто? Кто? Все, все! Of life, city on lock for the left to the right. Fair girls, how am I meant to decide? She weren't feeling the old me, I bet she's feeling my. Дамы и господа, поддержим наших бойцов. I had to chat to Cupid. Said, little man, you know I ain't stupid. Told you that it's more than music. Pats outside trying to get an exclusive. They said they're looking for the top boy. Must have been looking for me. Well, who's asking? I clocked the game, I'm still barring. Please don't speak to me when I'm dancing. Every day they pray that I fall off, I'm popping up like, what's warning? They say a girl is a gun, see a man walking with his wife and I disarm him. The way I stepped in there with the SK Air, fam, serious techers, brand new vest, same old levers. She knows we are the real good fellas. We can be cool, we can ride out. Дамы и господа, в этом поединке победил боец из синего угла ринга. На второй минуте удушающий прием. Никита, судья Дред. Черепанов! В данном поединке победу одержал боец из красного угла ринга Михаил Неделька! Аплодисменты бойцам! Сегодняшней ночи Михаил Бернацкий, а также в номинации «Лучший удар ночи» номинирован Алексей Вавренюк. And the light will guide us home. When it feels like life has left you outside, then there ain't no lefts or rights. Just there in the field, right? No man's land is nice. I can rescue you like maiden saved by a famous knight. So let the rest all do what the rest all do. But I take you high and see you smile again. It's that time again. Human gotta live a life of pain. Алексей Вавренюк, лучший удар ночи. Михаил Бернацкий, лучший боец. When there ain't no faces, reminding you of the times you pray. Аплодисменты нашим спортсменам. Для номинации приглашается представитель Secret Room. Ребята, очень рад, что у нас проводятся такие турниры. Очень зрелищно. Вот, ну, честно говоря, первый раз на таком турнире.
И хочется поблагодарить вас за зрелище и профессионализм. Я его рефери подаю сертификаты. But I can make you fly like birds. But first, let's chill right here for a spell. Let me try and lift this curse. Let's hope we'll rebirth until you know your worth from this here earth. I can be your light, I can see your soul, I can see you shine. This time we saw you glow. I don't know where you've been or why you feel this low. Why don't you come with me? It's time you take control and the lights will guide us home. Guide us home. Guide us home. У нас еще есть третий сертификат, был очень такой сильный бой, я дилетант. Одного бойца звали Робер, вот его оппонент, потому что за Робера болел весь зал, и вот хотелось бы вот его оппоненту, противнику, как правильно сказать, не знаю, вручить вот третий сертификат. Да. Он уехал, поэтому я передам тренеру. Все, спасибо большое. Дамы и господа, аплодисменты нашим бойцам! Ну что ж, первая ночь MGC Fight Night подошла к концу. И мы хотим поблагодарить всех вас за то, что вы приняли в ней участие, а также стали неотъемлемой частью MGC Fight Night номер один. Следующее мероприятие состоится 22 декабря в городе Минске. Это будет MGC Fight Night номер два. Дамы и господа, дорогие друзья, большое спасибо и низкий поклон каждому из вас. Это был MGC Fight Night! Понравилось, сделайте немного шума для MGC Fight Night. Your state is Jay-Z. Yep. The educational system is bombing, so I gave the education for the kids titled to Lauren. Since the terror alert is so damn intense, I chose 50 Cent, Secretary of Defense. Since he got holes in every area code across the nation, Luda is sick in transportation. Homeland Security goes to public enemy. Chuck D requested foreign and domestic. And since we here trying to keep our Benjamins up, the commerce and treasury goes to Puff. DMX, he runs the energy, and the top dog for labor goes to Master P. He was one of those to make something from nothing, end up on the Forbes and open crazy doors. I need somebody everybody can build with, the Secretary of Interior went to Will Smith. Eat right, live life, live well. When it came to health, I chose LL. I need somebody for cultivation to handle all the vegetation all across the nation. I'm a legalizer for smokers, that's why I chose Snoop Dogg for sex of agriculture. This boy's relentless and just don't give a damn. So for justice, I chose Eminem. I chose Nas for public housing, urban development, to make sure the money's well spent. And for the sex of veterans, I chose Cool Herc, and that's my cabinet. If I did work, the cabinet, baby.
looking out for me. Yep, the cabinet. Yeah, cabinet, baby. Word. Those sanctions if he got, quote, a better deal and we got something in return.